Всем привет, с вами сервис-центр GSM Moscow. На данном видео расскажу, из-за чего может на iPhone 7 не работать задняя камера. Самая распространенная неисправность – это выход из строя самой камеры. А также в редких случаях бывает проблема в разъеме на печатной плате, то есть не передается сигнал от камеры на печатную плату. Мы вам ответили на вопрос, из-за чего может не работать задняя камера на iPhone 7. Если у вас есть вопросы, пишите, либо звоните. Всем пока!